Будучи терьером, норвич-терьер представляет собой комбинацию принципиальных достоинств, присущих терьерам, таких как интеллект, дружелюбие, осторожность и отсутствие принципиальных недостатков терьера, таких как склонность к нервозности и лаю на всех и на все. Поскольку норвич – это все-таки терьер, то он обладает комбинацией принципиальных достоинств, которые присущи всем терьерам. Это дружелюбие к человеку, высокий интеллект, осторожность. Однако в отличие от большинства терьеров он не склонен к нервозности и лаю на все, что движется. Норвич-терьеры были выведены для преследования и охоты, и потому в некоторых случаях с ними могут возникать проблемы. Так, в городских условиях собаку лучше не спускать с поводка, чтобы она не начала преследовать птиц и кошек. Обучение может эту проблему сгладить, но не решит ее окончательно. По этой же причине с собаками этой породы могут в одном доме не ужиться другие животные, в первую очередь кошки и декоративные крысы. С детьми норвич ладят хорошо, особенно если уважать их интеллект и независимость. Еще одна приятная особенность норвич-терьера. Как и любая другая собака, в одиночестве он будет скучать, но не проявит разрушительного поведения или неврастении. Потом и такая собака может быть хорошим питомцем для занятого человека. Это прекрасный компаньон, резвый и энергичный, но часто не лает. Хорошо дрессируется при определенной настойчивости и всегда будет рад прогулке со своим хозяином. Норвич-терьеры немного больше собаки для улицы, чем некоторые другие терьеры. Они были выведены для охоты и преследования, поэтому в некоторых случаях с этой породой могут возникать проблемы. Одна из таких проблем – это невозможность отпустить норвич-терьера с поводка или оставить одного без боязни, что его природные инстинкты возьмут над ним верх. Просто потому, что норвич-терьеры исторически были очень хороши в том, для чего их выводили, то есть преследовать и охотиться на других животных. Обучение может сгладить эту проблему в значительной степени, однако невозможно добиться полного исчезновения врожденных инстинктов. Подобного рода агрессия может не нравиться некоторым людям, что делает эту породу привлекательной не для всех людей. Эта же причина делает из норвич-терьеров не самую подходящую породу для совместного проживания с другими животными в доме. Чем раньше норвич-терьер познакомится с другими домашними животными в доме, тем вероятнее установление между ними дружеских отношений. Отношения между ребенком и норвич-терьером не станут проблемой, если ребенок будет уважать независимость и интеллект норвич-терьера. В то же время норвич-терьер – это идеальная смесь интеллекта без возбужденного поведения и нервного лая, плюс дружелюбие без ревности и склонности к деструктивному поведению при разлуках. Несмотря на то, что норвич-терьер, как любая другая собака, будет скучать в одиночестве, эта порода способна существовать самостоятельно в течение коротких промежутков времени без неврастения или разрушительного поведения. Этот факт делает из норвич-терьеров подходящих питомцев для занятых людей, которые все же готовы выделить некоторое количество времени для своей собаки. Норвич-терьер – собака довольно простая в уходе. Расчесывать собаку достаточно один раз в неделю и, возможно, более часто в период линьки. В целом, размер норвич-терьеров в сочетании с домашним образом жизни не способствует сильному загрязнению и спутыванию шерсти, поэтому можно ограничиться лишь периодическим купанием по мере необходимости. Одна полезная процедура, которая помогает содержать в чистоте норвич-терьера, это триминг или выщипывание отмершей шерсти собаки. Эта процедура помогает очистить дом от шерсти животного, а также препятствует блокированию пор кожи, которое может произойти, когда росту новой шерсти мешает старая, отмершая шерсть. Осторожное выщипывание сохраняет шерстяной покров собаки в опрятном состоянии на долгое время, предотвращая спутывание шерсти. Чтобы научиться делать триминг норвич-терьеру, нужна некоторая практика. Несмотря на то, что эта процедура может казаться простой в теории, на практике не так просто разобраться, какую именно шерсть нужно выщипывать. Поэтому прежде выщипывать шерсть собаки, желательно обучиться этой процедуре у профессионала. Норвич-терьеры, будучи энергичными собаками, сами создают себе большую часть физических упражнений. Прогулки с собакой помогут восполнить оставшуюся часть. Норвич-терьеры обожают игры типа перетягивания каната, особенно с веревочными игрушками.
Как и любая другая собака, норвич-терьер всегда предпочтет играть с хозяином, чем самостоятельно в пустом доме или квартире. Не удивляйтесь агрессии вашего норвич-терьера во время игр. Как и все терьеры, эти собаки обожают компанию людей, однако они также любят выигрывать и делать все по-своему. Стоит иметь в виду, что каждая собака индивидуальна. Данное описание характерно для породы в целом и не всегда полностью совпадает с характеристиками конкретной собаки этой породы.